Привет! Привет! Здравствуйте! А ты у нас кто? Я? Я намекну. Паровозик? Тепло? Паровозик, у которого не все дома? А в кого вырядился Шелдон? Он эффект Доплера. Да. Это изменение частоты волны, вызванное относительным движением источника и наблюдателя. Ах, ну, точно, теперь вижу эффект Доплера. Я все равно не понимаю. Я эффект Доплера. Так, если это какое-то умственное расстройство, то над этим грех смеяться. Может, начнешь говорить, что ты зебра? Почему ты тогда не начнешь говорить, что ты один из семи гномов? Потому что я Фродо. Да, а я эффект Доплера. Видишь, люди все понимают.